have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мини-моторвейс. Поехали немножечко. Если ты листаешь кнопками, то оно у тебя пролистывается не так же, оно сбрасывается. Хорошо. В Чангмай сегодня, я так понимаю, мы отправляемся. Таиландская роза на севере, как пишут в описании. Ёшки. А мостов у меня сколько сходу? Три. Угу, три. Пока что выглядит сложно. Если уж на то пошло, пока что выглядит сложно. Знаете, что нам нужно сделать? Вот так нам нужно сделать. А снизу мы сделаем подъезд к другому торговому центру, который там когда-то откроется. Там же место под два торговых центра. Вот когда-то откроется второй, мы туда сделаем подъезд от других домиков. Интересно, бывает такое, что вот в двойном вот таком слоте открывается два одинаковых торговых центра или нет? Ну, в данном случае нет. Снизу сейчас будут подъезжать розовые, сверху будут подъезжать вот эти вот желто-оранжевые. Хорошо. Меня это вполне устраивает. Так, ну-ка. Садимся поудобнее. Желательно, кстати, кофеечку выпить. Так что возьмите себе что-нибудь. Играть в подобные игры без какого-нибудь расслабляющего напитка, там, чай, кофе, что-нибудь такое. Ну, это прям, ну, как-то вот, вот не то прям как-то. А люди, конечно, живут такие на берегу речки. Хотя, учитывая, что это Индия, жить на берегу речки иногда может быть немножечко сомнительным удовольствием. Нет, ну там же не могут быть все речки такие, как центральная, да? Скажите мне, что это не так. Я на самом деле не был в Индии ни разу, так что... Кто был, рассказывайте, мне интересно. Да ладно тебе. Ну, фишка того, что они максимально неудобно ставят торговые. Я беру мост, потому что их тут придется тратить как не знамо что. Дают их по одному. Они изначально в центре поставили такие в кармашек. Такие, на тебе. Большинство домов будет, ну не большинство, половина домов будет за речкой, а торговые центры все будут внутри. Но мы будем давать по одному мосту в неделю. И то, если предложим. Но у меня тут, по сути, два способа спасаться. Это или хайвей, или мост. Поэтому, да, выбор очевиден. С хайвеем только почему хуже? Потому что с ним дают то всего лишь 10 плиточек. И, ох, ты ж ё. Большущий торговущий центр. А я могу на самом деле... здесь сделать перекресток. Посмотрим, стоило ли мне так поступать. Плиток, конечно, я потратил больше, но мне, в принципе, они пока что есть, это не дефицит. Бум-бум. Бум-бум. Бум. Так когда приближаешь, слышно шум двигателей автомобильных. Неплохо, неплохо. Желтые едут, блин, просто покупают не по-человечески. Хватают один за другой. Там, видимо, распродажи какие-то. Мы попали на Черную пятницу. Они прям приезжают и покупают, приезжают и покупают.
Воскресенье, кстати, подкрадывается к нам. Сейчас посмотрим, что он предложит. Угу. Вот что он предложит. А я возьму еще один мост. Не, дружище, ты сюда поедешь. Зачем, зачем мне вмешивать... Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Ну, зачем... Розовые сейчас у нас будут переться и перебивать всем, короче, потому что они находятся неудобно. Посмотрим, если у нас к ним будет хайвей, на там, в воскресенье куда тут хайвей, то я, наверное, поставлю от розовых туда напрямую хайвей, чтобы они не, это, трафик мне тут не запирали. Понимаете, еще в чем прикол? Обычную дорогу, там, допустим, мне не нужно, чтобы кто-то где-то ездил, я могу взять обычную дорогу, перекрыть, и все, и на этом дело закончено. Но то, что, вот смотрите, розовые едут через стоянку двойного торгового центра, и там запирают трафик, я с этим ничего сделать не могу, потому что эту дорогу я никак не перекрою. Они там просто есть. Поэтому, да... Муда. О, третий. И это стал большим торговым центром. А зачем я тогда так делаю, если я могу сделать вот так? В принципе, мне так выгоднее. Зачем их через верх отправлять? Да, мне так будет лучше. Итак, суббота подходит. О, ребят, поехали за покупочками. В субботу, в воскресенье, давайте, скидочки, распродажи. Я хочу вот эти вот деревья в центре сохранить, которые на острове. Почему такой идеально квадратный остров? Вы что, такого не бывает? Ну, это понятно, что искусственный водоем, но все дела... Блин, жалко, я на хинди читать не умею. Вот! Моторвей, потому что у меня тупо нет места под рандебаут, к сожалению, блин. Так, это сюда мы включим. А это... Наверное, в этот мост пойдет. Но! Но, конечно, но... Хочу ли я там делать какое-то сокращение? Типа, у меня есть еще один мост. У меня есть еще один мост. Я могу сделать вот так вот. Но надо ли оно мне? Ну, наверное, да. Пока у меня есть возможность, чтобы розовые не ехали аж через хрен знает куда. А ты ближе еще не мог поставить? Ничего, блин. Почему розовый продолжает ездить поверху? Извините. Вот тут их сверху, где два голубых торгового центра, их там не должно быть. Почему? А, потому что ему проще отсюда по... Серьезно? То есть вот этот мост, он вообще ни к чему. Они все равно поверху ездят. Тогда сэкономим его. Тогда сэкономим. Нам скоро нужно будет... Я не знаю, как я буду здесь организовывать перекрестки, потому что мне каждый раз надо брать или мост, или что-то такое. Их постоянно не хватает. А рандебаут я сюда поставить не могу. Вот так вот сделаем.
потому что места здесь нигде под него не хватает. Ну, карта, кстати, выглядит прикольно, мне нравится. Я вижу уже, где у нас могут возникнуть проблемы, но пока что все выглядит классно. Сколько у нас мостов? Подожди. Два моста. Да, но я беру еще один. Потому что вариантов не было. Там просто плиточку предлагают, но плиточки у меня хватает. Сейчас посмотрим, какой второй торговый центр там бомбанет. И уже из этого будем делать какие-то выводы. Вообще другого цвета. Вообще другого цвета. Подождите, раз, два, три. Не многовато ли, кстати? Или это уровень сложности уже сказывается? Типа, потому что мы уже ближе под конец и... Ладно. Будем посмотреть. Ага, вы так предлагаете. Ну, наверное, тогда пока что так. Да ну ты как бы это вот... Знаешь что? Сколько у нас там их? Два? Я могу вот так на самом деле сделать. А у меня так плиток не хватит сделать. Ладно, пока есть что есть, давайте. Мне не очень нравится вот это вот расположение, но теперь, сейчас вот воскресенье, посмотрим, может быть, мы сможем что-то улучшить. Давайте я возьму на всякий случай один рандебаут, посмотрим, где он у нас может пригодиться. Типа там, где он может и нужен пригодиться, вот здесь вот, например, я его не могу поставить. Вот здесь вот я его не могу поставить. Даже вот здесь я его не могу поставить. Красиво, как обычно, ну то есть, да. Игра сделала так, что типа хрен тебе. Новые желтики. Да я бы такой бы, чтобы... желтого сюда впихнуть. Ну что, тут два моста, нужно их хоть немножечко распределять, что куда будет ехать. Они ездят, оно работает, но у меня такое ощущение, что скоро все сломается к черту, поэтому я немножечко вот так вот дергаюсь. Здрасте. Ну вот как раз все желтые смогут заезжать сюда и сюда. Нормально им будет, чтобы они не вмешивались. Охрененно. У меня плитка закончилась. Тогда пока... Пока что, сейчас пятница, черт побери, пятница. А, пока что ставим сюда хайвей. Вот. А потом сейчас, потом плиточкой попробуем все это. А, как я тебе его подключу, блин, он стоит хрен знает где. Сейчас, ждем. Суббота. Ну, один день подождать. В принципе, это не так много. Ага. Офигенно. Ну, хорошо. Тут домик сам подключился. Тут все это. То, что туда добираться немножечко неудобно. Но, в принципе, ладно.
Эти берут, просто рандомно кидают домики вот так вот по карте. Этот туда, этот сюда. Да ну вы издеваетесь. Я возьму еще один, наверное, хайвей. А вот этот домик постоит, ничего с ним не станется. Блин, и по сути у нас получается бомбанет вот тот фиолетовый торговый центр большой. О, 400 человек, хорошо. Типа выполнили, прошли. Теперь наслаждаемся, играем дальше. Знаете что? Ну, блин, а как бы, а почему бы и нет? Если оно у меня есть, оно у меня лежит, я им не пользуюсь. Почему бы и нет? Сейчас посмотрим, будет ли этот вообще использоваться. Еще один желтый торговый центр вхреначили. Их там по пути просто один, другой. Сейчас посмотрим, какой будет там третий. Поехал, поехал по хайвею второму. Поехал. Ага. В рот мне ноги. Вот сейчас он пока назад не приедет, туда никто не отправится. Отлично. Так, воскресенье. Давайте плитки уже скорее. Мост. Нет, я понял. Сейчас 2 секунды, ребят. Нахрен этот хайвей. Отсюда. Ну, уедь! Спасибо. Отсюда. Вот сюда. Есть плиток у меня осталось. Офигенно. Не хватает. Все, все, поехали туда уже желтые, не торопитесь, поехали. Все, нормально, едут. А сюда еще и красные сейчас поехали, правда, по хайвею, через хрен знает сколько чего, но поехали, да. Красный вот этот сейчас будет гореть, потому что туда пока доедут, там 35 лет пройдет. Фига себе, тут пробка сейчас из-за этого. Стойте, мне нужно их вот так соединить. Ох. Воскресенье. Еще один хайвей.
отсюда. Вот сюда. О, как засуетились! Все такие быстренько подорвались, все такие бежим, бежим, бежим. О, классно, сюда теперь тоже не доезжают. Не, вот этот хэвэй, вот этот торговый центр внизу лопнет, потому что... Я не знаю, как-то машины оттуда сверху повыезжали, а потом они уехали туда, и все просто. Забейте. Сколько там получилось? 779. Нормально, нормально, нормально. Пойдет. Пойдем в менюшку, пойдем посмотрим, какие у нас сегодня челленджи. Стоит ли нашего внимания что-то? У нас Лиссабон открылся. В Бусан лучше ехать поездом, насколько я слышал. Рейкьявик и Ванкувер. У нас осталось 4, по сути, города. Давайте вот так сделаем, а потом нажмем play, чтобы оно нас перенесло сразу, чтобы не отматывать. У нас есть Бейджин и у нас есть Бусан. А, кстати, вот и Бусан. И. Давайте сюда зайдем, мне интересно. Что по челленджам? Начинаешь с 9 моторвеями. Двойные плитки. Поехали. Пошикуем немножечко. Посмотрим, как это, когда нет недостатка. Ну, тут сразу мост. Двойные мосты, двойные плитки. Ну, блин, что еще может быть? У нас розовая Корея. Ну, все такое розовенькое, прикольное. Я так понимаю, что просто каждая следующая неделя будет нам приносить все больше и больше богатств. Главное тогда продержаться первые 2-3 недели спокойно. А потом уже будем посмотреть. Может, немножечко ускорим, чуть-чуть. Вот, до появления нового торгового центра ускорим. А давайте мы здесь сделаем офигенный длинный мост. Я не хочу дерево трогать. Я попробую его обойти. Людям дерево из окошка виднеется, чем лучше. Да, не все могут смотреть в будущее, завтра. Короче, я имею в виду, что лучше людям смотреть лишь в окошко и смотреть на красивое дерево, чем жить в бетонных джунглях. Ну, это такое. Посмотрим, что нам принесет воскресенье. Но местность тут, конечно, сложная. Это острова, вот это все, ну как бы да. 4 моста или 2 светофора? 4 моста, конечно, спасибо. Как раз насыпали. Я 2 использовал, мне нужно еще. Блин, ну мне тут придется одно дерево срубать все-таки, к сожалению. Печалька. Хотел избежать этого, но там слишком... Мне пришлось бы сюда к основанию моста подводить дорогу, там была бы пробка. Ну мы все-таки... Играем, надо же как-то... Игровой момент еще соблюдать. А тогда давайте вот так. Зачем нам?
Ну, допустим. Допустим. Вот так вот сделаем. Чтобы с того розового... Тогда вот так тоже, чтобы красивее было. С того розового домика, чтобы сверху ехали сюда. Хорошо. У нас три переправочных момента. Таких два моста и один с длинной дорогой. Но пока все должно работать, по идее, хорошо. Синие едут туда. Ну хорошо, пусть едут, я не против. Мы тогда вот тут вот мостик сделаем. И нам тогда где-то здесь нужно будет сделать бы какую-то развилочку человеческую. Ладно, посмотрим. О, 4 ран... О, 4. Один рандебаут, 4. Раскатал губу. Давайте вот так вот сделаем. Очень вовремя. А может быть тогда... Нет, 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 нет. Я хотел сказать, что может быть вот тут вот внизу, где розовые соединим, чтобы они ездили еще по нижнему мосту. Не надо мне этого. Пусть ездят вокруг по дальнему мосту. Я их специально туда вывел. Пусть там сидят себе, ждут, живут, все нормально. Здрасте, это Новый год. Сколько у нас там мостов еще? Еще три я могу себе позволить. Хопа, вот так могу себе позволить сделать. Потом просто я туда еще что-то подключить смогу, наверное. Ну, типа, да. Ага. Концепция меняется. Да блин, я хотел туда наверх, но на то... Так, дружище, сюда, сюда и розовые. Сюда. Знаешь, что нам еще надо сделать, друголетчик? Мы, наверное, сделаем вот так. Нет, сделаем вот так. Вот так. А, давайте еще один рандебат возьмем. А, и у меня еще есть идея. У меня еще два моста. Два моста. Мы можем реализовать каким образом? Что, во-первых, мы можем сделать вот здесь проезд. А во-вторых, если вот здесь вот организовать развилку, подключить ее. И сюда запихнуть синих, чтобы они сюда ехали, но разъезжались нормально при этом. Я думаю, это может сработать. Нас пока недостатка не наблюдается. Не наблюдается, это хорошо. О. Это ты классно придумал. Это прям хорошо. Ну, не знаю, посмотрим. Тогда розовый пусть в эту сторону выезжает хотя бы.
Да, ну тогда тут получается бесполезно. Давайте мы их соединим, чтобы они хотя бы могли ездить еще и сюда помогать, если что. Потому что они только наверх выходят. Получается бесполезно. Суббота. Домик новенький. Воскресенье. Два домика. Этот сюда. Этот вот сюда. Говорю, опять же, то, что плиточек нам хватает. Спасибо. Папа, возьму вот этот. Сейчас, где у меня был вариант его использовать? Я уже сидел, думал над этим. Забыл. Ладно. Тут, ну тут, кстати. А чё бы и нет? Давайте. Классно. Офигенно. Так, тогда с круга сюда пойдет движение. Пока что вроде все всюду добираются, но посмотрим. Немножечко не нравится расположение голубых домов по соотношению с голубым торговым центром. Может быть, после какого-то времени нам стоит поставить там хайвей, но... Пока шумаемо. Суббота. Воскресенье. Сейчас посмотрим, что нам... Ага, нам дают, в принципе, принципиально два новых торговых центра. Давайте новые мосты, пожалуйста. Тогда... Это сюда. И это сюда. А это вот сюда. Тут, в принципе, через два круга они нормально должны бы добираться без пробок. Меня немножечко волнует, как розовые туда будут доезжать. Они туда поехали, да. Но туда далеко. А, вот что нам нужно сделать. Чего это я туплю? Нам нужно вот здесь сделать, и розовые тогда будут здесь ехать. Тогда звучит все логично. Ну, понакидали нам, конечно, сразу такие. Хоп, три торговых центра. Держите, разбирайте. Да блин, оно ж как-то вот ни туда, ни сюда. По-моему, начались немножечко проблемы. Давайте мы сделаем вот так. Мне кажется, это будет логично. Чтоб часть обслуживали именно этот торговый центр, а часть ехали по другим адресам. Еще можно, наверное, даже...
Что это за линия была? Еще можно даже частично вот так сделать. Так, давайте roundabout возьму. Мне... Вот здесь он будет просто идеальный. Там у нас начали накапливаться проблемы. Зачем нам оно надо? Угу. Сейчас посмотрим, какую часть где нам надо разгрузить. У оранжевых, у них там 3 торговых центра, они относительно близко, но их нужно очень быстро развозить, потому что один большой. Они вроде как справляются даже, но он тут с тем круглым не очень, ну нет, они туда поехали сейчас, конечно. Смотрите, у синих проблема там немножечко внизу в их районе, где они разъезжаются, у них там пробки. Так, можно это быть немножечко же помочь розовым. Сейчас посмотрим, сколько тут появится домов розовых. Какой мост, ты о чем? Мост такой из ниоткуда в никуда, опа. Вот, видите, розовые тут появляются. Ну да. Пошел я нафиг, как говорится, да? Сколько у нас? 87 плиток. 80, Карл, 7 плиток. Мы можем себе позволить сделать авантюру века просто. Нет, оно... Объездной. Давайте еще 4 моста. Я не знаю, кто этим будет пользоваться, для кого это надо, но это выглядит настолько эпично, что я это не буду убирать. Пошло все в задницу. У меня все равно еще 73 плитки, мне как бы нормально. Я хочу, чтобы хоть одна машина по этому проехала. Это слишком круто. Смотрим за пробками. Пробок у нас вроде пока что не наблюдается. Что уже неплохо. Здесь есть домики неподключенные. Может быть, кстати, нам... следует сделать, нет, некую дорогу наверх пронизывающую. Посмотрим, кому она может понадобиться. Этим чудовищем никто не хочет пользоваться почему-то. Жаль. Они съедут через город. Я не хочу, чтобы выехали через город. Я вот так сейчас сделаю просто. Я же в мост не могу его, не могу. Так, давай рандебаут возьму.
Сюда. Вот они и поехали по мосту. Мне кажется, это меня сейчас погубит. Нет. Я еще вот такой мост сделаю сюда. Да пофиг, пусть едут. О, у нас тут торговый центр не подключен, сорян. Это сюда. Это, конечно же, сюда. А здесь нам нужно, я думаю... вот такую штуку сделать. Это же одного цвета, одного цвета вроде как. Нам нужно прекращать баловаться и с того верхнего торгового центра позабирать товары. Нафиг надо. А, эти тоже будут пользоваться? Ну, в принципе, логично. Ага, спасибо. Давайте тогда, ну, раз есть, так почему бы и нет. Давайте сюда поставим, чтобы они быстренько ездили. Здрасте. Забор, блин, покрасьте. Давайте еще один. Где мы можем облегчить себе трафик? Давайте здесь. Если получится. Я буду только за. Нам надо сюда розовых быстрее доставлять. Так? Так. Что мы можем для этого сделать? Можем для этого сделать так? Можем. Новый торговый центр, который... А, он улучшился, он не новый. Хорошо. Где у нас дома есть? Вот, дома не подключенные есть. Так, ну то, что мы приближаемся к 1000, неудивительно. С такими ресурсами было удивительно бы, если бы мы не дошли бы до 1000. Райончики растут. Brotherhood. Neverhood. Короче, а че я... че я экономлю там, кстати? Мне, наверное, нужно было еще вот... вот так сделать. А куда я тебя? А как? Серьезно, а куда я его подключу? Мне придет. Да ладно! Просто появился торговый центр, который... Так, давайте 4 моста. Мне тут домик, который куда-то надо деть. Ну что, на него мост тратить? Ох, вот это человейник. Мне нравится.
Полет инженерной мысли. О, у нас тут еще домик не подключенный. Вот в таком хаосе уже начинает тяжело становиться следить абсолютно за всем. Вот домик, например, который стоит и ничего не делает. Вот тут у нас, да, вот этот не подключенный, но я не знаю, как его по-человечески подключить. Вот так, например. Я же говорю, когда ресурсов до задницы, то можно и повыпендриваться. Это приятно. Это скорее не то, чтобы челлендж, а такой креатив мод какой-то. Так, вот тут тебе, дружище. Я на самом деле не помню, какое у нас было самое большое количество пассажиров, которые мы развезли. То ли в районе 2000, что ли что-то такое. Мне интересно, сможем ли мы сегодня немножечко пошатнуть эту цифру. Потому что пока все выглядит достаточно неплохо, конечно. Постучать по дереву, которое по своей же голове, да, деревянное. Но все же. У нас пока неплохо распределен трафик. Все что-то куда-то едет, что-то где-то делает. Знаете чего? Нам нужно... Для вот синих, которые в этом райончике, нужно вот тут вот дорожку сделать, чтобы они могли сюда через мост выезжать. Тогда все будет прям лучше. Мне кажется. Да, они сразу начали пользоваться этой дорогой. Главное, чтобы они сейчас не создавали пробок для розовых. Еще один рандебаут давайте. Его нигде не воткнуть. Печаль. Я бы хотел тут сделать парочку более безопасных перекрестков. Ну ладно, все работает пока что как работает. Домик не подключили. Сам появился, хорошо. Вылупился. Чё вылупился? Это можно тогда сюда прибрать. Сделать немножечко опрятней. Вот тут у нас домик на райончике. Где? Вот, вижу. Сам появился, хорошо. Ну, и появился, и подключился. Никакого вывода, отвода пока что никуда ничего не надо. Выглядит неплохо. Кстати, да, вот Motorway изначально дали, и же больше не дают, так я понимаю. Или это было написано, я просто провтыкал. Ну, их изначально 9 штук дали, вот мы 5 использовали, их больше не будет, их просто не предлагает игра. Просто говорят, что на тебе мостов больше. Живи с этим. Знаете, что еще можно сделать? Думаю, что можно сделать еще вот такое вот чудовище. Во-первых, так, тут розовые. Ну, розовые тут есть откуда ездить. И там обычно вроде как торговый центр. Так что должны бы вывозить пока что. О, синий торговый центр только что увеличился в размерах. Так, да ладно, давайте возьмем парочку светофоров. Пусть будет просто для коллекции. А у нас тут домик неподключенный моего раз. И вот тут вот подключим, чтобы они ездили сюда два, да? А, они через низ ездят. Через низ, через два круга ада. Но они там создают немножечко пробку на хайвее для тех, кто выезжает. Слушайте, а что если
вот так сделать. Сделать им, ну, прямой подъезд туда. Через... Да, они этим пользуются, через один круг. Может, не надо было тогда и хайвей там тратить? Серьезно. Просто мост здесь провести и все. Что-то... Ну, жирно будет. Стой. Если тебя подвинуть вот сюда. Все, оно переместилось. И поставить здесь... Ой-ой-ой, вот это вообще идеально будет. Смотрите, как хорошо. Они сейчас будут расходиться. И этот сюда. Все. Только едьте ж сюда, блин, спасайте. Че вы? Блин, у нас тут этот неподключенный. Давайте еще... Нет, вот этот. У нас просто два огромных торговых центра, которые нужно вывозить. Серьезно? С желтыми проблема? Так, ребят, вы... Катаны и котятки, давайте. Желтых просто затуляют, им не дают места. Резко три желтых торговых центра, оранжевых, стали загибаться, потому что у меня просто не хватает подвоза туда. Блин, ну мы, кстати, 2000 уже прошли, неплохо. Вот этот лопнет, вот этот не успеет. Сюда просто не успевают подъезжать. Сюда просто... Ну вот этот, он еле едет, чувак, там на машине, смотрите, он еле едет. А, хорошо, 2184, неплохо. Я где-то провтыкал, видимо, количество. Нужно было обеспечить большее количество вот этих желтых-оранжевых. Но я где-то это что-то не сделал, и вот получилось вот так. Ладно, в принципе, я доволен результатом. Достаточно красивая каточка получилась. Мы на этом будем заканчивать. 95 дней, кстати, интересно, 100 дней. 100 дней было бы красиво. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.